и призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Фуила отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму, и отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила арамеянина, брату Ревеки, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и благословил, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: не бери жены из дочерей ханаанских. И что Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию, и увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалалу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваифову, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версави и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословляться в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, я возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя. Да коли не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует вместе всем, а я не знал. И убоялся и сказал: как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. Встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. Thank you.
изрек Иаков имя месту тому Иввель, и прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. То этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. То этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Я дам тебе десятую часть. То это камень, который я поставил памятником.